Всем привет, ребята, с вами Руди. Я продолжаю проходить мод Portal Reloaded. Welcome to the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time, and you will soon find the solution. Так, ладно. Говорите, последняя камера. Ладно, давайте посмотрим, что тут от нас вообще требуется. Так, это... А, я, кажется, понял, так... А что у нас тут? Так, воронка не работает, все остальное вроде бы работает. Так, это вообще лазерный кубик. Так, ну это я сейчас пройду, получается, наверх. Что мне это даст? О! Так. Кажется, догадался. Так. И берем этот кубик. Теперь я, получается, сейчас этот куб из настоящего перемещу и пройду дальше. Так, минуточку. А что-то удостовериться, что это правильно идет. Мост есть. А ну-ка. О, и тут еще мост работает. Ладно, я чувствую, это надолго. Включу, когда найду решение. Вот смотрите, кажется, помню, как не пройти вот туда вот к этой панели. Смотрите, есть у меня портал. Если у меня стоит куб из настоящего, там куб из будущего. Я надеюсь, что я сейчас правильно понял, так... А сейчас что мне даст мне просто интересное. Так... Вот. А, смысл? А! То есть я типа только так смогу портал поставить, понятно? В общем-то, а зачем мне это? Ха. Кажется, до меня, возможно, дошло. Так, это... А как?
То есть, получается, у меня должен здесь стоять еще куб, чтобы он туда перенаправил. Так, а там что-то есть? Ладно, я буду думать дальше. В общем, возможно, догадался. Так. Сохраняемся. Этот куб у меня стоит тут. И смотрите. Вот это мои порталы в будущем. Один здесь. Стоп. Это должно быть так. Второй вон там он стоит. Так, сейчас попробуем. Так. Да, это сюда. 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 Попробуем теперь. Так. Нужно загнать сюда воронку. Так. Ну что ж, предлагаю как-то вот так вот сделать. Сохранимся. Так. Я думаю вообще, что я на верном пути. Ладно, буду думать дальше тогда. Смотрите, я могу здесь порталы перемещать и создаю вот в вот точке.
Если останок другой, они будут наводиться автоматически в центр. Я не знаю, чем это связано, но... Вот просто да, здесь такое есть. В общем, пришлось мне залезть опять на YouTube за решением. В общем, как оказалось, я изначально делал правильно, потом начал делать неправильное. В общем, смотрите. Итак, вот сюда. Теперь берем вот этот вот кубик. Его оставляем вот здесь вот. Так, вот здесь на скорость, здесь нужно быстро сделать. Так, не то. Он там поднимается. Я в это время делаю так, так. И вот так вот. Так, все, прошел. Если потом я тут убираю. Вот, в общем-то, все, насколько я понял. Так. Мы ставим портал. А, нет. Это не все. Эта панель открыта, так что я туда сюда смогу легко забраться. А это и должно быть так медленно? По-моему, больше в руки быстрее транспортируют. А, не. Видимо, заново придется так.
Astonishing. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Now it's time for your real mission. We will put you back in stasis until the day of the incident, and you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. Да, есть же эти две концовки. Да, я вообще понял, типа, одна туда, и одна в трубу. The Enrichment Center thanks you for your contribution to science. You are going to achieve great things in the future, and change the course of history. Понятно. Это типа одна из концовок. Давайте сейчас загрузимся, посмотрим, что будет, если я пойду в другую сторону. Ну-ка, что-то у меня не то сработало. We will put you back in stasis until the day of the incident, and you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. А смотрим, что ты сделала вот так вот. Warning! You are going the wrong way. Please be aware that escaping is not an option here. You are far too important. If you won't go voluntarily, we will be forced to destroy your current body in order to put you back together in the stasis chamber. But this will be a small price to pay in order to help save the facility. Think of it as a sacrifice to science. Thank you and goodbye. Warning! You are deviating from your path. Facility power has reached critical levels. Connection unstable. Don't. Типа альтернативная концовка. А, зомби, Half-Life же, да, на вселенная. Вообще, мне кажется, понял смысл концовки. Здесь, насколько понял, мы изначально проходили во времена GLaDOS. То есть, типа, настоящее, это было время GLaDOS. А потом ее типа, вырубили, из-за этого началось... Комикс начал разваливаться. И... То есть, первая концовка нас помещает обратно в стазис, а вторая мы сбегаем, оказывается, в мире Half-Life, когда... был этот... Альянс на Земле.
Не подай, где лучше тебя перелить, ты уже первую часть портала, где Драгас 20 лет. Значит, да, понятно, вот как раз таки вот с вами прошли. А с две концовки. Ну, я надеюсь, что я правильно понял смысл мода. То есть, типа, мы действовали сначала во времена. Типа, настоящий это был первый портал, а будущее это было ближе ко второму порталу, потому что все разваливалось. Ну что, что я могу еще сказать про этот мод? В принципе, он интересный, он сложный, сложнее, чем Borderlands Original. Ну, вернее, да, надо еще поспорить, что сложнее. Здесь нам вся механика интересная с временем, из этого, из-за механики ты думаешь, а Borderlands Original там действительно только два портала и все. Ну, в целом, такой у нас мод получился. Такое вообще-то прохождение. Хоть я пришлось гораздо залезать на YouTube за решениями, но все равно его прошел. Я думал, чтобы прошли мы еще конструктор карт, чтобы можно было карту строить. Ладно, на этом я буду заканчивать. Ждите летсплей по Aperture Tech. А пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Руди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч.